Ценовая политика на 2020 год намечена, основное расписание полетов сформировано. Ежедневные авиарейсы в Москву и обратно, 4 раза в неделю в Питер, 2 раза в Сочи. По опыту, столица Олимпиады 2014 востребована круглый год. В курортный сезон, вероятнее всего, география перелетов станет шире. В следующем году готов вас уверить, что будет еще больше направлений и количество рейсов еще больше увеличится. В сезон, в летний, планируются рейсы в Анапу, Симферополь и в Калининград. То есть мы сейчас над этим работаем. На какой основе они будут? Это с помощью Министерства транспорта и Росавиации, либо на коммерческой основе? Активно работаем с региональными властями, потому что мы авиакомпания небольшая, готовы всегда откликаться оперативно на пожелания жителей регионов и оперативно вводить рейсы, где мы видим турпоток и желание жителей путешествовать.